июня 12-го. Голубчик мой, Варвара Алексеевна, я кое-что вам расскажу, родная моя. Раз меня хотели к получению креста представить, так что ж, нашлись на это злые люди. А все от того, что я смирненький, от того, что я тихонький, от того, что я добренький. Началось тем, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, того до сего. А потом стало, что, дескать, у Макара Алексеевича и не спрашивайте. А теперь заключили тем, что уж, конечно, это Макар Алексеевич. Только и умели сделать, что пословицу вели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашим. Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю, да все-таки я этим горжусь. Я работаю, я подналиваю. Ну что в самом деле такого, что переписываю? Он, дескать, переписывает. Однако же, если бы все сочинять стали, то кто же бы стал перевизывать? Ну, так я теперь и сознаю, что я нужен, что я необходим. Пусть крыса, коли сходство нашли. Да крыса-то это нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держится, да крысе-то этой награждение выходит. Вот она крыса такая. Довольно об этой материи. Ну, прощайте же, Варенька, ваш сердечный доброжелатель Макар Девушкин.